Я встретил бы твоего супруга вместе с тобой, выпил бы кофе. Буду проходить карантин, правда. Сказал, жди на вокзале. Друзья, всем привет! С вами представитель компании HR Ron Group Антон. Мы находимся в Варшаве, центральная. К нам уже приехала Айлазар. Айлазар прямо с дороги. Расскажи, пожалуйста, устала? Как у тебя дела? Как дорога? Дорога тяжелая. Приехала, да. Ну, все хорошо. Уже хочу поскорее там, ну, в новый дом, в хостел. Буду проходить карантин, правда. Поделись, ты здесь не одна. Да, я приехала к мужу, он уже здесь полгода работает от этой фирмы, и вот приехала. У тебя, наверное, такое состояние от усталости к предвкушению, да, и да, ты новый предвкушаешь город, красиво, новый город, да, да, здорово. Да. А скажи, пожалуйста, как на границе дела проходили, что задавали, что спрашивали, что заполняла? Ну, заполняла там анкетку какую-то, ну, спрашивали меня... Не везу ли я ничего запрещенного, нет. Ну и все как бы. И ты помнишь? То есть, ну, спросили меня, куда я еду на работу, там, приглашение дала, все. Приглашение спросили, да? Да, да. Все хорошо было, да? Да, да, все отлично. Ты знаешь, да, тебе уже, наверное, супруг говорил, что ты попала в очень хорошее время, когда карантин ты можешь, ну как в хорошее время, но хотя бы один из пунктиков, когда ты сейчас можешь проходить карантин вместе с супругом, и ему не надо будет проходить. Да, но тем самым тебе будет веселее и... Продуктики будет тебе уже супруг приносить на дом, я думаю, да? Да, я очень рада, что можно с супругом проходить карантин. Скажи, пожалуйста, какие у тебя перспективы, планы? Ну, я буду сначала 2 недели сидеть дома с мужем, а потом буду на работу. На работу, да, куда планируешь пойти? Я, ну, как бы на почте буду запаковывать посылочки. Вместе с супругом будешь, да? Да, он работает там же, просто более так мужскую работу выполняет, я более женская. Хорошо, мы вроде бы с тобой все приложения скачали, «Карантина домова» ты тоже вроде бы скачала, «Ягода-яда» доскачала, теперь, надеюсь, ты точно нигде не заблудишься. Давай, делись своими планами. Да, я все скачала, все, я молодец, и сейчас пойду выпить кофе, наверное, что-то возьму себе, какой-нибудь круассан. И муж мне сказал, жди на вокзале, попей кофе, и скоро заедет за мной. Здорово, здорово. Я бы с радостью встретил бы тебя еще, точнее, встретил бы твоего супруга вместе с тобой, выпил бы кофе, познакомился. Ну, спасибо большое. Да, мы всегда рады, прости, но вот нам сейчас надо еще ехать встречать другого нашего клиента, так что надеюсь, в скором времени, надеюсь, у вас карантин пройдет хорошо. О, я тоже. И мы скоро с вами встретимся. Я очень рад, что у тебя есть здесь супруг, есть поддержка, и желаю хорошего карантина. Спасибо большое. Привет, привет. Привет, заходи. Спасибо.